смысле? Ой, ой. А, в смысле? А! Всем утюг, с вами Глюк. Друзья, это Скрэп Механик вместе с Дудом. И сегодня мы гоняем на вот этих вот шедевральных тачках из Most Wanted. Бои, она прикольная, и она умеет гонять. Тачки прямо вот топовые, прямо вот охрененно быстрые и крутые. Чувак, я не в космос, или в космос. Боже мой, она даже летать умеет, я не знал. Закись азота просто шедевральная. Ну, да, да, закись азота просто... азота. Ашота. Закись Ашота, да. Короче, друзьяшки, сегодня мы будем гонять на этих машинах, но будем не просто так на них гонять. Мы на них, конечно, прицепим динамит, потому что как без динамита никак. Без динамита скучно. Да, без... Фига себе ты дрифтишь. Ясно. Чего, блядь? Это было эпично. Нет. Вот так надо было начинать этот ролик. Вот, вот именно, да, именно так. Это было классно. Вот так вот я увешал наши машины динамитом. Дуд тоже старался. Но, короче, это очень взрывоопасная модификация, которая добавит нам веселье. Так, убери, пожалуйста, свой картофель и мед. У нас внутри больше нету динамита, да? Только снаружи. Хорошо. Внутри, в багажнике. И в багажнике есть. Отлично. Садись. Да. Ну что, начинаем? 3, 2, 1, вперед! Ты первый стартанул, фу. Ага, а чё сразу фу? Чё сразу фу? О, хорошо. Ой, хорошо. Плохо. Нет! Надо исправить. А я такой тихо думал, все, как бы у меня все норм. Да, да, да. Полож. Далеко улетел. Ну а как? Да в смысле, да стой, ты под. Вот зачем так делать, а? Ну это не я. Ну-ну. Давай, спауни и поехали. Да честно тебе говорю, это не. Я не специально. Я пытался поехать, честно. Вау-вау-вау-вау-вау! Чувак, кстати! Где машина наша вообще? Ее вбетонировало. Вбетонировало, да. То чувство, когда Дуд захотел продать тачку на Авито. Я всего лишь хотел убрать подъемник. Вау-вау-вау-вау-вау! Убрал? Убрал. Давай, ехай за мной. Ехай. Прямо за тобой. Прямо за мной. Ты же взорвешься. Типа. Ну, вообще, да, конечно. Рано или поздно взорвусь. Это мертвая петля. Ее практически нереально пройти. Вот! Где я? Взорвал? Где ты? Я в начале петли. А, понял. А я прошел! Ну, ты-то оказался в конце, а я оказался в начале. Так что... Вот, значит, проходи заново. Подожди меня только. А я буду тебя обстреливать. Это нечестно вообще нифига. Привет. Я даже не возгорелся, я просто взорвался сходу. Что это? Ладно. Нет. Мне так нравится, как этот обломок летает. Он такой неадекватный. Извини. Нет! Ну нет! Это не BMW! Ты понимаешь, нам два круга делать. Как мы будем через это ехать? Подумаешь. Тут. What the fuck? А, да! Что ты здесь сделал? Я внизу. Взял жоп, мне поставил, прям в мой динамит попал. Это был план, спланированный еще в начале гонки. Чего ты? И как? Как я? Хочешь приколюсь? Я не взорвался.
Я даже не загорелся. Да ты пидор! Колесо улетело в меня. Подумаю. Я не буду долго думать перед тем, как убить тебя. Вау. Подожди, короче, челлендж. Супер челлендж. Проехать максимально безопасно, ничего не задев. Только не стреляй, ладно? Я хочу просто вот-вот просто проехать хочу. Это сложно. Она скользит еще по этой фигне наклонной. Это какой-то скилл-тест. Реально нереальный. В смысле ты там задел? Там был проезд. Ты угораешь? Тихо. Пока. Ой, бежим. Че? Че здесь было? Подожди. Это же можно, наверное, проехать как-нибудь? Или совсем никак? Можно. Вот, видишь, получается. Ну как? Я не проехал, я перекуркировался. Фу, блин. Хорошо, я перекуркировался, окей. Хорошее слово, я похлопаю просто. Да, я его даже выговорить не смог. Так. Ладно, я еду за тобой. Перекуркнулся. О! Нет! Вау! Вау! Хьюстон! А? Ты жив? Я же тебя долбанул так. Нет. Я тебя долбанул. А ты выжил? Да. Ехай давай. Это то чувство, когда твой друг счастлив тебя видеть. Да, рад тебя видеть. Чего? А из-за чего я взорвался? Ну я в тебя жопой въехал, конечно, но как бы там даже не зажглось ничего. Ладно. Просто бабах и все. Давай, ехай. Вот, молодец. Молодец, хороший дуд. Хороший дуд. Да хорошо. Привет. Вообще пофиг. Давай, попробуй, проедешь там? Там прыжок, ты понимаешь, да? Там прыжок. Да, в том-то и дело. Ой, блин, я с себя динамит снял. Да хорошо. Короче, нужен разгон. А, я ничего не... Есть! Я лечу, чувак, хорошо, я лечу. Я рванул! Хорошо. А можно мне обратно теперь? Давай, разгоняйся. У тебя получится. Ты серьезно? Даже моя помощь не понадобилась. Это наш стандартный правило. Тот, кто спереди едет, тот имеет право делать такую подставу. Много такой подставы. Не сдалась парковка, да, как не получается. Во, давай. Тихо, скилл. Скилл! Браво! Пол карты чуть не разнес. Ирод. Ну ладно, спасибо. Я поехал. Не. Это не про меня. Я у тебя тачку спер. Подожди еще. Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? В смысле? Окей. И подожди. То есть она не влияет, значит, на... Вообще, блядь. И вообще фиолетово на этот вес, да? Я думаю, её ещё прижмёт там втопчет просто в асфальт, а она... Подумаешь? Да вообще, я же BMW. Миллиардов этих... Ой, там, не дай бог, какое-то дерево будет сейчас наверху. Я же BMW, вообще плевать. Как... Слушай, она за что-то задела, что ли? Да, за дерево. Ты думаешь? Я тебе помогу, ты же не против. Не, подожди, я хочу проехать. Это же теперь челлендж интересный. Ты же мне такой вызов сделал.
О! Лови! В смысле? Японский городовой. Ну, блин, это прикольно на самом деле, с такой дылдой ехать на этой, на тачке. Надо было если... Живой? Офигеть, я жив! Да ладно? Я жив! Как это вышло? Обалдеть. Ну, перевернулся, конечно, но жив. Давай, теперь ты, это твоя очередь. А вот ты не жив. Вот как ты, ну такая бэха, ну что ты издеваешь, прям издеваешься над машиной. Ну такая классная машинка-то была, ну. Не-не-не, я тут ни при чем. Это твоя криворукость. Да стой ты! Прости. Я пытался завернуть, но она не поворачивает вообще. Я знаю. Так, сейчас, подожди. Жду, чё, давай. И чуть-чуть вперед. Вперед. Да вперед. Во, все, подожди. Поехали. В смысле? И как? Ты меня издеваешь сейчас, да? Да поехали. Как? Чего? Что это? Что за танго из БМВ? Ну больной, хорошо же. Больной наркоман, как мы проедем-то? Ну да нормально проедем. Во, видишь, хорошо едем. Вау, слушай, волрайд прям хорошо проходится. Ать! Не рванули? Бегу. Нет! Рванули. Все-таки рванули. Это слаженная работа, прям в команде надо работать. Нужно правильно рассчитывать поворот. Давай, что ты стоишь-то? Газуй! Возлюби врага своего, как говорится. Ага, в садомазо. БДСМ. Газуй, повернешь. Вот. Куда? Мы не в ту сторону поворачиваем. Ты же справа. А. Куда? Газуй. Вот туда? Тихо! Это вверх! Это вверх! Скооперировался, блин. Скооперировались. И как я туда залезу? Ты Топ Гир смотрел? Смотрел. Ну вот там была одна такая серия, похожая на вот это. Давай, поехали. Нам вниз. Давай, ехай. Скажи мне, как мы не взорвались еще? Понятно. У меня есть идея получше. Знаешь, какая? Какая? Я думал, такие же на каждую зафигачить. Это надолго. 2 hours later. Зато как красиво. И просто бесперебойно. Да когда она кончится уже, а? Во, пошла. Наконец-то. Все, поехали. Сейчас, подожди, вот, где там финиш? Финиш уже, типа, ну, типа, рядом. Вот, спереди. Вот эта вот полосочка, по-моему, вот она. Опа, все, финиш, подожди. Спасибо. Моя бэха. Смотри, короче, зафигачь вот эту же столб на бэху, ну, на крышу, как ты мне и себе делал. Чтобы у нас у обоих было, короче. Что-то не так с физикой, тебе не кажется, смотри. Нет, все нормально. Ты пытаешься ее на лифт поставить, да? Ой, она падает! Она падает! Она еще зажжется! В смысле? Ой, ой! А! В смысле? А! Я сразу убежал оттуда, нафиг. Нифига себе, она там рванула, а здесь продолжила? Серьезно? Так можно? Походу, да. А что с физикой? Я не знаю, что с физикой. Тебе задние колеса поднялись. Сможешь ехать? Мама, я падаю. Я тоже падаю. Да. Подожди. Ну это же возможно как-то, наверное, поехать хоть чуть-чуть там, нет? Ты что творишь? Я падаю. Ты что творишь? Я падаю. Это слишком длинная машина. Ой, блин, какая же она страшная, а. Она так шумит, когда едет. А еще с этими антеннами огромными. Взрывоопасными, мать. Ой, это ж как сейчас приземляться-то?
Как приземляться-то? Оно же по-любому... На жопу. Нет! Я внизу. Ой, я тоже внизу. Едем под обстрелом едем! Ничего не вижу, куда еду вообще не понимаю. Ты упал. Куда я упал? Понятно. Во, нормально, нормально, да? Ну, хоть взорвался, да. Я здесь, я на месте. Здравствуйте. Машина приземлилась моя. На, это тебе. Давай ты садись ко мне. Зачем? У меня своя машина есть. Нету. Я говорю, есть. Стой, да стой, подожди. Стой, 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 стой. Иди сюда. Стой, стой, стой. Значит так, смотри. Меняются правила. Какие? Подожди, я еду с тобой. Мне надоело взрываться, я еду с тобой. Ладно. Ой. А ты и забыл, что ты... Слушай, это опасное место вообще. Это просто место, в котором твой друг тебя не щадит. Вот давай, едь. Сам сделал, вот давай, едь. Ага, ага, все, сложно? Сложно. Давай осторожно только, я не хочу опять рвануться. Это, между прочим, больно. Да ладно, ты проедешь? И не рванешь? Офигеть! Ну ты скилловый перец просто. А ты перевернулся там. А я перевернул. Я везде бы перевернул, даже на ровном месте. Давай, давай. Теперь wall ride со мной, давай. Ты жирный! Блэ! Это страшно! Нет! Слушай, ну тебе нафиг, я лучше сам поеду. Мне страшно с тобой-то. На стенке вот это вот. Ладно. Бешеная карусель. Блин, а как развернуться-то здесь? А-а-а! Я попал в ту же ловушку, что и ты тогда! Нет! Блин. Подожди, я помогу, я помогу. Чем ты мне поможешь? Сейчас помогу. На машину. Во, на машину. Только я здесь уже. Спасибо, что скинул мне машину. На, говорит, машину. И скидывает ее куда-то с обрыва. Да блин! Это простой способ пройти это. Уезжаем, нас никто не видит. Я тебя... Да ты издеваешься, Бэха! На ровном месте уже просто быньк чуть-чуть, и она переворачивается. У нее сцепление хорошее. С чем? С чем у нее? С идиотизмом хорошее сцепление, да? Нет, с тобой у нее сцепления нету. То есть я идиотизм, да? Так, окей. Прямо как и я. Да, я же всего лишь спокойно приземлился. Вообще идеально практически приземлился. Что началось-то? Скилл показан. Бежим. Незачем тебе от меня бежать. Я переворачиваюсь, как ты. Да я не могу, блин, я на ровном месте просто уже падаю. Бежим! Не надо бежать. Лучше едь. Надо. Да как ты засгорела? Ну ладно, я спокойно. Как здорово, когда ты взрываешься. Ты меня зацепил. Чем? Стой, подожди, стой, стой, стой. Возьми меня с собой, стой. Давай, поехали. А? Поехали вместе. Всего доброго, хорошего настроения. Да вот ты.
Фидор! Причем я слез заранее, еще до того, как ты слез. А он, короче, этот транспорт меня отымел просто. Чё? Ты чё, бомбу туда прицепить еще успел, что ли? Серьезно? Да. Когда? Да. Да. Я ничего не делал. Серьезно, ничего не делал. Ты даже не попал. Не попал, не попал, не попал. А финиш уже близко. Ой, да пофиг. Хать! Все! Глюк финишировал. Глюк на охренительной классной бэхе финишировал. Ну, это, конечно, такое. Ну, один взрыв — это плюс 10 секунд. Ну, тогда не знаю. Тогда должны у нас посчитать наши подписчики, кто выиграл, а кто нет. Вот. Ладно, друзьяшки, очень веселая гонка была, очень много взрывов, очень много BMW. Жалко эту замечательную тачку. Но если вы помните, откуда она и нравится она вам, обязательно поставьте лайк. С вами был Глюк и Дуд. Всем бобра. Вот ты... Что это? Ты еще... Паровоз-то при чем здесь? Паровоз-то за что? Ты подписаться должен на Глюка, ты подпишись, если ты не злюка, подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Пара-п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 ара-